Всех приветствую на моем канале. Сегодня расскажу, как встраивать видео, например, на телевизоры. Это очень просто, поэтому давайте начнем. Вот я уже открыл свой тур. У меня здесь есть телевизор с панорамой. Заходим в папку «Список панорам», вкладка «Hotspot». Добавляем видео с помощью этого «Hotspot». Выбираем видео, либо загружаем его с компьютера. У меня оно уже есть. Увеличиваем для удобства встраивания. Сейчас я переключусь еще раз. Так, увеличиваем, выставляем наш кадр. Нажимаем «Hotspot», «Видео», «Импортировать». И выделяем границы, где будет видео показываться. Выделили, готово. Теперь важный момент. Есть пара настроек. Вот эта галочка отвечает за то, что видео будет идти по кругу без остановки. Нажимаем ее. Следующий параметр — это воспроизведение по щелчку, либо на старте. То есть логично, чтобы тур начинался с нее, со старта. И сразу видео показывалось. Дальше параметр стоп, либо никогда не будет останавливаться. Пауза то же самое. И с какого фрейма будет начинаться? Ну, то есть с первого кадра. Смотрим. Вот наш тур загружается, и вы видите, на телевизоре воспроизводится наше видео. Круто, модно и красиво. Так что на этом наш урок мы завершаем. Подписывайтесь на канал, дальше будет много интересного. Всем пока!